Здравствуйте! Давно не виделись. Мы, друзья, конечно же, знаем, что на планете достаточно давно цифра поменялась, и сейчас на ней живет не 6, а 8 миллиардов человек, уже больше. Но мы ничего не будем менять в той песне, которую только что для вас исполнили, потому что для нас это определенная точка отсчета. В то время, когда людей на свете было на 2 миллиарда меньше, мы уже что-то пели. И сегодня весь концерт про это. Мы сыграем самые знаковые песни с разных альбомов, разных лет. Надеюсь, что вам понравится. Yeah.
Спасибо!
за такой долгий ядерный взрыв мы согреты теплом этого света и немного солнца мы прячем в ракетах, если вдруг захочется жаркого лета, если мы захотим тепла себе и другим, нас всегда спасут наши командиры, жестяные банки ринутся вверх, в них вся любовь и вера этого мира. Песню с альбома «Покажите солнце», и эта песня, она много о чем, там такой поток сознания льется в куплетах, но в припеве есть мысль, которую нам очень хочется нести, которая во многом определяет суть вообще этого высказывания. Друзья, многое разное происходит во взаимоотношениях. Но нельзя вести учет только плохого. Нужно всегда помнить людям хорошее. И от этого очень многое в этих самых взаимоотношениях может измениться. Если не забывать то добро, которое тебе кто-то когда-то сделал. Если не запоминать только негатив, но и помнить все, еще раз повторюсь, хорошее. Вот и об этом в том числе следующая песня. Все, что я забыл, напомни голову мою, напомни миллиардом молний. Молнии — это так красиво, я в плену этих гроз. Все, что я забыл, напомни голову мою, напомни миллиардом молний. Молнии — на них я улетаю в облака моих грез.
Наше бытие, вся радость и нытье, все эти вздохи, похоть, хоть хорошо, хоть плохо, электричество, все электричество, бегущий электрон, его величество, не важен полный возраст и какого рода, дыши и окисляйся чистым кислородом, от атомных станций до нейрона в голове, все электричество и то, что именуем человек, именуем, именуем, но мы точно не минуем результат простых реакций, поздно колебаться на новой чистоте, твоя задана навек, ее знает электрон, его круг и бег. Все, что я забыл, напомни голову мою, напомни миллиардом молнии, молнии, это так красиво, я кину эти кросс. Все, что я забыл, напомни голову мою, напомни миллиардом молнии, молнии, на них я улетаю в облака моих грез. Я пытаюсь выбраться из застоя, отстоя, постоянная проблема, где я, кто я. Живем на коленях, умираем стоя, вечно против всех, но не выходя из строя. Мне душно, мне скучно, засада, мне надо почувствовать вкус мегаваттного разряда, чтоб на атомы, на ядра он меня разложил, эту нелепую конструкцию костей мяса и жил. В том сидели с моей жизни мусор, пыль и нагар я получаю новый электрический удар. Время на катоде, деньги вылетели в пар. Я выпал в осадок, и это зло в байдар. Все, что я забыл, напомни голову мою, напомни миллиардом молнии. Молнии, это так красиво, я плюнул один кросс. Все, что я забыл, напомни голову мою, напомни миллиардом молнии. Молнии, на них я улетаю в облака моих грез. Спасибо! Со своей судьбой в рулетку поиграть на большой войне, убивать и ходить под смертью, если можно, то это не мне. На высоком сидеть в престоле, размышлять о целой стране, выбирая из зол поменьше, если можно, то это не мне. Бег мгновений, если сумеешь, то останови. Есть время, есть для всего, только не для любви. Все так важно, тела сыплют с неба, ты только лови, и все успеешь, кроме любви. Имена позабыть и лица, все сжигая в страстей огне, потерять счет чужим постелям, если можно, то это не мне. Превращать две монеты в 10 и от страха дрожать во сне. Вдруг богатство истлеет пылью, если можно, то это не мне. Остановить, есть время,
Спасибо. Старая песня, конечно, кухня. Я помню, что Оренбург был одним из первых городов, в которые мы, в принципе, гастролировать начали. Если кто-то совсем помнит стародавние времена, Оренсток, Елена Бармаглота, Царствие Небесное. Yeah.
только будет дай. Сам решил, что дальше просто сам.
колдовать, и кто-то тебе будет повторять и повторять. Thank you.
где все как сталь, лица и законы, где мы с тобой играем в прятки. Только же на подъезда падает огонь, и хочется бежать отсюда. От этого спасает крыша. Yeah.
Лена туда попадем. По дорогам вен, по дорожкам пыли, ведь мы так любили, мы были. Мы были с тобой все время вместе, как сидим вместе. Thank you.
Спасибо. Спасибо огромное. Мы сейчас здесь, ребят, вы что? Thank you.
Спасибо вам огромное за сегодняшний вечер, друзья. Спасибо! Всего вам самого доброго. Пока! Спасибо. Спасибо, друзья. Знать телефона провода — это
третий путь будет всем всегда, всегда. Спасибо! Спасибо! Мы сейчас сыграем песню с альбома «Хроника бешеных дней». Это альбом, который во многом был, ну не то чтобы вдохновлен, а так получилось, что он сочинялся сразу после там, 2014-2015 годов, как раз начались все эти события на Донбассе. И сейчас мы вам сыграем песню, одну из немногих в нашем репертуаре, автором слов которой я не являюсь. Для этой песни слова придуманы сотни авторов. Мы просто кинули в интернете клич, чтобы люди нам присылали свои мысли, свои чувства, свои строки, и потом из всего присланного, из сотен-сотен писем, скомпилировали текст этой песни, просто собрали все самое лучшее, на наш взгляд, и сложили в один стихотворный размер. Это была уже не творческая работа, а работа совершенно техническая. Так вот, письма пришли отовсюду, со всех уголков нашей необъятной страны, из Белоруссии, из Украины, из Казахстана, из-за границы. Из-за рубежа, совсем издалека, присылали ребята строчки. Поэтому, ребята, если кто-то видел оформление альбома «Хроника бешеных дней», то вы, может быть, обратили внимание, что напротив этой песни написаны слова народные. Мы именно так и воспринимаем, хотя нам глубоко близко все то, о чем в этой песне сейчас будет сказано. Пусть станут врать те, кто
Я спокойно на эти деньги платят.
Спасибо! Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Друзья, в заключение хочу сказать вот что. Посмотрите вокруг. Нас ежесекундно окружает невероятное количество человеческого труда.
для того, чтобы сегодня этот концерт состоялся, потрудилось какое-то немыслимое количество людей, которые строили это здание, людей, которые работают сейчас здесь, те, кто поставил звук, поставил свет, всех водителей, которые были в этом задействованы, все, кто здесь убирался и мыл полы, ребята, которые работали в баре, ребята, которые работают в охране. Это все человеческий труд, за который, как правило, люди не получают аплодисментов почему-то. Почему-то все аплодисменты достаются артистам, если можно, всем этим людям от вас. И, друзья, для того, чтобы вы смогли сегодня сюда прийти, вы тоже вложили свой собственный труд и решили честно заработанными деньгами распорядиться именно так, за что вам огромное спасибо. Если бы вы сегодня сюда не пришли, все это не имело бы никакого смысла. Спасибо вам огромное за это, друзья! Спасибо! Всего вам самого-самого доброго. Я надеюсь, что до самых скорых встреч. Пока!